И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. У нас сегодня идет награждение очередного нашего выпускника, выпускника школы Академии интересно-ориентированных практик, сокращенно Альфа-ТОП. Это Кудрявцев Дмитрий Владимирович. Награждается дипломом и сертификатом вот таким вот красивеньким. Вы можете заценить. Так, 26 апреля 2020 года. По специальной программе, но все не буду зачитывать, да? Присуждена квалификация мануальный массажист хиропрактик с правом работать в медицинских учреждениях, в хозрасчетных физкультурных объединениях, клубах и салонах по месту жительства в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности и также для открытия своего собственного дела. Ну, соответственно, сертификат там на стенку вешается. Вот я поздравляю тебя. Спасибо. Помахай на ручки. Но это еще не все. Мы проходили анатомию тела человека, правку костей, костно-связочного аппарата, и поэтому это серьезная профессия, которая я тебя запускаю в жизнь, да, но нужно прочитать клятву. Вот есть золотая такая длань. Ну, по типу не навреди. Возлагаю на нее так, руку. Итак, да, я. Не-не-не, на нее руку. Прям. Так, я. Кудрявцев Дмитрий Владимирович, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания, навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа-ТОП, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательное воздействие и целебный эффект во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю. Спасибо, Олег. Ура! Все похлопали. Поздравляем. Ну, все. Вы также приходите к нашу школу, в академию. Обучайтесь. Все происходит на живой натуре, минимум практики. В смысле, минимум теории, максимум практики. Подтверждаешь? Да, и как бы с понедельника вы выходите дипломированным специалистом, сразу в дело, сразу в работу. Можете повышать квалификацию, можете с нуля, в принципе, изучать то же самое. Все для вашей пользы. С вами был Олег Алавгудвин и Дмитрий Кудрявцев. Пока-пока.